Карачаево-Черкесии продолжается региональный этап конкурса «Профессионалы». 22 направления для студентов и 11 для школьников. И как итог, десятки будущих квалифицированных специалистов для отечественных предприятий. За некоторыми состязаниями по профессиональному мастерству наблюдал корреспондент Артур Мхце. Для начала мы берем проблемодиодный, проверяем работу аккумулятора. Вадим учится в 10-й школе Черкесска. По словам юноши, ему интересно все, что связано с автомобилями. Когда он узнал о региональном этапе конкурса профессионального мастерства, решил поучаствовать. Ведь так и свои знания покажет, и опыта у экспертов наберется. Мне очень интересны автомобили. Интересно они мне где-то уже 4 года. Ну, у отца есть своя автомастерская. Я часто смотрю туда, помогаю ему иногда. Оттуда интерес и взялся. Конкурс «Профессионалы» проводится в Карачаево-Черкесии не первый год и собирает на нескольких площадках учащихся многих образовательных учреждений республики, как студентов колледжей, так и школьников. Для одних это хорошая возможность показать себя перед потенциальными работодателями, для других – определиться с профориентацией. За состязаниями по 22 компетенциям для студентов и 11 для школьников наблюдают более 200 экспертов, в том числе представители предприятий, которых можно считать самыми заинтересованными лицами данного конкурса. Это важно для чего? Для того, чтобы работодатели, которые постоянно отслеживают такие конкурсы, такие чемпионаты, которые участвуют в качестве экспертов в этих конкурсах, могли отобрать для себя самых лучших студентов, школьников, которые перспективны в этих направлениях, и в дальнейшем предложить им работу. Часть состязаний профмастерства проходит на территории Республиканского индустриально-технологического колледжа, где у ребят есть возможность применить на практике теоретические знания. В этих мастерских школьники определяют лучшего по ремонту и обслуживанию легковых автомобилей. Студенты работают с тяжелой техникой. Сейчас я сниму головку, поставлю на стенд, затем я сниму поршень, посмотрю на состояние его, состояние гильз и колец масляных. К слову, в числе участников есть представители других регионов. Так, этот конкурсант приехал из Чеченской республики. Он с огромным удовольствием постигает азы управления экскаватором. И по мнению членов жюри, в данном компоненте молодой человек весьма преуспел. Итоги состязаний по каждой дисциплине будут подведены по результатам нескольких этапов. Артур Мхце, Ренат Муков, Вести, Карачаево-Черкесия.